Приветствую вас, друзья, с вами Варчик. Хочу опробовать новый такой форматик на этом канале. Его еще не было. Это просмотр реплея и сразу комментирую на живую. Я еще не видел этот бой и посмотрим, что же это за бой такой. Подписчик прислал. Там результаты какие-то с кучами медалек. Итак, у нас танк Т-14, 5 уровень. Это, насколько помню, льготный американский тунчик, и пушка, насколько я помню, на нем такая кисленькая в плане стабилизации и в плане пробития. Самое что главное, пробитие у него не очень. Ну и как мы видим, даже практически в топе, против пятерок, это не совсем топ, но видим, что здесь практически все голдовые расходники, снаряды, то есть 78 голдовых пулек. Ну и это, короче, жестко. На дупайке. Там еще, наверное, перков триллион. Но посмотрим, что из этого получится. В принципе, видим, что стабилизация такая себе. Приехал тут у нас важный квас. Еще не наигрались на квасе, еще лет 50 поиграют. Ну, квас поехал в следующий бой. Это очевидно. Следующий бой — это хорошо. Здесь какая-то у нас загадочная стрельба. Я не знаю. Конечно, можно было понять, что враг стоит на бугре, но я бы целился все равно через прицел. Во-первых, не видно, насколько я вылез через бугор. И вообще четко непонятно, куда я целюсь. Потому что если враг заедет за бугор, тоже непонятно. Тут вот тоже вот как-то вот не совсем как-то удобно наш герой играет, на мой взгляд. Может, ему вполне удобно. Не знаю, но вот X2 точность не сильно понятна, и видно, куда там целишься. Он, видимо, колесиком переходит в снайперский. Не знаю, вот как так люди играют колесиком, но, допустим, мне вообще колесиком неудобно. И я вот шифтом перехожу в прицел. Мне кажется, это удобно и быстро, поскольку надо видеть, что вокруг происходит, но в прицел тоже надо входить и быстро выцеливать. Для этого shift тыкнул, куда надо выцелил, нажал выстрел, shift опять нажал, из прицела вышел и смотришь его по сторонам. Ну, на мой взгляд, это удобнее. Не знаю, зачем некоторые люди через колесико на мышке входят в прицел. Ну, видимо, им так удобнее, я не знаю. Даже киберкатеты некоторые так играют, но такое. Смотрите, как медленно Т-14 разворачивается, это жесть. Неповоротливый такой. Еще и под артой. Арта тупо все нашла своего противника и тупо долбит. Кстати, у нас 260 хп осталось. Это немного. КВ-1, у него КД достаточно быстрый, он может нас развалить. И да, и там пробитие тоже не помню сколько там. Альфа, кажется, 160, пробитие не помню, честно говоря. Песочный танк я не играю, не помню, сколько у него пробитие. Ну, знаю одно, что КВ-1 пробивается достаточно легко. Он и в НЛД, и в ВЛД, даже в ВЛД его легче пробивать. Поэтому такое. Мы видим уже 7 фрагов, 1700 урона. Здесь на нас куча врагов выехала, но они делали полную дичь. Мне кажется, если бы ЛТшка не врезалась в нашего героя, а просто заехала в корму и раздала барабан. Ну, у нее там не барабан, пулемет. Достаточно жесткий, насколько я помню, там пулемет. У Леопарда там, кажется, 95 пробития, и альфа такая немаленькая, как для пулемета. И в корму, я думаю, он бы пробил, даже, возможно, что-нибудь там сломал бы. Что у нас тут с пробитием? 92 пробития, 110 альфа, а голдой 127. Тут даже на голде пробитие тухленькое. Ну, в принципе, такой вот бой, я так понимаю, близится к концу, хотя там еще М4, он может на фугасах изи нас добить. СТРВ М43, точнее М42. У него тоже пушка достаточно жестко пробивает. Но он уже сдох. И Т-67, кустарная зараза. Но, в принципе,
вот так вот быстро бой сыгрался. По сути, поехал наш танкист достаточно четко. Туда, куда и надо, ехать на тяже. Поиграл от башни, занял позицию. Отстрелял, отыграл. Об него полфланга разбилось. Даже весь. Ну, в принципе, и все. Но что-то, короче, вот на мой, чисто вот на мой взгляд, как-то вот немножко мешает себе играть, как-то непонятно выцеливает. Даже, может сказать, может не мешает, может ему удобно, но делает он это, как бы, свою стрельбу как-то, может и удобно, но неэффективно, нечетко и неаккуратно. То есть иногда, конечно, будет залетать более-менее с уроном, но чаще всего за счет того, что это игра выборная, конечно, нет смысла выцеливать прям идеально, но все же лучше четче выцелить, потому что, ну, это на кривых пушках там стреляешь в силуэт, да, такая стрельба типа пойдет, но, допустим, если взять Е50, такая стрельба, как в этом бою была, она вообще на Е50, ну, это жесть. Потому что там пушка очень точная, и если целиться вот так вот в направление врагов, ты будешь чаще всего попадать плохо. А на таком кривоватом танке, ну, возможно, оно как-то и получается. Но тут пушка жесть кривая, особенно стабилизация. Ну, хоть здесь вот в X4 уже зашел, и то на автоприцеле. Как-то тяжела стрельба. Но это чисто на мой взгляд. Это хорошо, что низкий уровень и враги такие вяленькие. Ну а так, в принципе, бой результативный. 1800 урона, 8 фрагов. Всем спасибо, что смотрели. Пишите комментарии, ставьте лайки. Как вам такое вообще? Что это вы только что посмотрели? Понравилось оно вам или нет? Всем спасибо за просмотр. Всем пока.